Заметьте, после событий 9 мая в Днепре полиция демонстрирует такую активность, что ее можно рассматривать чуть ли не как идеальный пример. Всего лишь несколько дней, а уже столько публичных заявлений на всех уровнях, отставки, задержания. А вот, например, расследование перестрелки в Княжичах, в которой погибли 5 полицейских, проходит совсем иначе. Полгода после трагедии, и не то что ни одного задержанного, нет даже внятного объяснения от Арсена Авакова и главы нацполиции, кто конкретно виноват в том, что произошло. Подобная история и с расследованием громкого убийства Павла Шеремета. Следствие не удосужилось допросить даже ключевых свидетелей. На этой неделе журналисты проекта «Следствие Инфо» показали собственный фильм расследования «Убийство Павла». В нем они проанализировали события ночи перед убийством журналиста и продвинулись намного дальше, чем следствие. По крайней мере, выяснили, что свидетелей того, как машину Шеремета минировали, было намного больше, чем утверждают в полиции. Это и таксист, который оказался на перекрестке под домом Шеремета как раз тогда, когда убийцы уходили. И еще как минимум 5 человек, в том числе и бывший сотрудник СБУ. То ли отправленный в отставку еще в 2014 году, то ли просто уволенный задним числом. Всех этих людей полицейские не только не допрашивали, но даже не искали. Хотя найти их было бы легко, если бы полицейские выполнили свою прямую работу, то есть проверили все записи с камер наблюдения в районе, где жил и был убит Павел Шеремет.